Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы рост цен на нефтепродукты в нынешнем году не превышал уровня инфляции. Об этом сегодня заявил глава ФАС Игорь Артемьев, который провел в Крыму выездное заседание коллегии ведомства. Особое внимание он уделил положению дел с горючим на самом полуострове. Вообще цены в Крыму, я еще раз хочу это повторить, на нефтепродукты завышены. И мы видим это по общим представлениям экономики, что они не должны быть такими высокими. Я уже говорил, что цены, особенно после того, как откроется мост, они просто должны выровняться практически с московскими ценами. И не должно быть так, как сейчас мы едем по бензоколонкам, там на 2-3 рубля выше, чем в той же самой Москве. Во время коллегии Федеральной антимонопольной службы прозвучала еще одна важная тема, которая в преддверии отпусков волнует многих россиян. Власти Крыма попросили разобраться с ценами на авиабилеты, чтобы сделать отдых на полуострове более доступным. К сожалению, вот мы сейчас смотрим на сайтах ведущих авиакомпаний, к сожалению, стоимость билетов на летний сезон, Республику Крым, Сочи 2.25, я имею в виду по времени, 2 часа 25 минут, там 8 тысяч рублей все в открытом доступе есть, Москва-Симферополь это на этот же период 30 тысяч рублей. Ну, ни в одни ворота не лезет, то есть как бы и так продолжаться ситуация-то не будет.